Под сводами Дворца спорта «Старт» в Стрелецком более 200 гиревиков почти из каждого муниципального образования области. Перед началом турнира свои крепкие руки демонстрировали любители силового экстрима. События, участниками которого они стали, можно назвать историческим. Это первый областной чемпионат по гиревому спорту среди школьников. И проигрывать здесь никто не собирался. Основная задача этих соревнований в том, чтобы дети, которые уже и профессионально занимаются, и те, которые только делают первые шаги, друг друга увидели. Те, кто только начинается, увидели своих сверстников, зарядились у них. Ребята, которые уже занимаются, смогли повысить свой уровень. Этот турнир – своеобразный этап реализации проекта развития гиревого спорта в области, который сейчас набирает популярность среди молодежи. В его рамках более чем в 50 школах региона закуплен спортинвентарь, открытые секции для занятий. Одно из преимуществ в том, что гиревой спорт не требует больших финансовых вложений. Это очень бестравматичный вид спорта, и он воспитывает не только силу, выносливость, но и характер. Это самое главное. Гиревой занимается настоящий мужчина. Борьба за победу развернулась на 11 помостах. На каждое упражнение 5 минут времени. Гиревики соревновались в классическом двоеборье. Это значит упражнение подъем двух гирь с груди, так называемый толчок, и рывок каждой рукой попеременно. Сумма обоих упражнений дает тот самый результат. Для каждой возрастной и весовой категории разный вес гирь – от 8 до 24 килограммов. Среди участников как начинающие спортсмены, так и те, кто уже успел оценить блеск золотых медалей всероссийских и международных стартов. Начал выигрывать городские соревнования, потом областные. Потом захотелось выполнить норматив мастера спорта. Вот. Долго к этому шел, занимался 5 лет. Если честно, для меня каждый старт очень важен. По итогам трехчасового противостояния самыми сильными школьниками региона признаны представители Прохоровского района. Серебром довольствовались губкинские ребята, а третье место у команды Новоскольского района. Александр Локтенов, Денис Подзолков. Вести Белгород, Белгородский район.